Прерываем наш репортаж. Смотрите, бабуины прибежали, учуяли еду. Такие обезьяны очень резвые, здоровые такие. Вот. Бегают, не знаю, что они ищут. Еду, не еду. Ой-ой-ой. Помчали куда-то, помчали. Ой-ой-ой. А я не заметила. Смотри, Наташа кричит. Эй-эй, эй-эй. Ко мне не подходи, ладно. Опа. Ой-ой. Прям сейчас... Ух ты, бросили что-то. Нет, двое там вот. Вот там вот двое. И один с нами. Ух, этот здоровый какой. Ох, здоровый. Ну, представляете, такой на вас напрыгнет. Это как собака такая, только очень ловкая. И не отобьешься. А это малыч у него висит там? Маленькая? С малышом. А, поэтому он увидел еду, ой, людей. Мусорник, он, посмотри, попа как. Боже, это же слон сидит. Дивись на мусорник. Пахан сидит. Сейчас гляну. Посмотри. Ой-ой. Чей-то зад у мусорника, реально. Слушай, а машину закрыли, интересно? Если машину не закрыли, это труба. Поэтому я как почувствовала, бросилась Наташе закрывать рюкзак. Да-да, было такое. Смотри, все идет. Блин, какой он здоровый. Ой. Это его любезно. Ну, просто они уже только что двое чуть там не бросились. Но он же может просто телефон схватить, все, что хотите. Может схватить и убежать. Кошелек, документы. Ой, большой какой. Конь. Просто огромный. Надо аккуратно вертеть головой, когда вот так в с обезьянами во все стороны. Стащут все. И бутылку, Наташу кулек раз в Индии вырвали. Самое обидное, если кошелек и деньги стащут. О. Наташа, ты близко стоишь. Смотрите, малыч у него висит там. Ух ты, просто мимо меня пробежал. Ух ты. И снова на мусорку. Это другой уже. На природу? Наслаждаться? Такой смешной сел с детенышем. Точнее, села, наверное, что самка. Подавай что-то. Пошел смотреть природу. Смотри, смотри. Я гоним, я раним. А. Меня все гонят, ну и не надо. Я уселся там. Я разберусь и так. Я просто так увеличила, потом обратно вернула. Бой этот с малышкой возле меня прям. Это с малышкой. Люди фоткают, да? Обезьяна стоит, обезьяна там наслаждается природой. Класс. Наташа снимает видео. Дождь прошел. Короче, друзья мои, это Кения. Ну, слушай, вот так вот взял и принес лапкой. Почухал. Смотрите, такое забежит к вам в дом, там в автобус перевернет, все вывернет, разбросает. В автобус уже пошла, в автобус. Стащила что-то. Что это? А, мусор, пакет. Я же вам только что это и сказала, злая, смотрите, ничего не получилось. Вот это вообще. Вот это наглая, вот это наглая.
Ну вот так мы и дождались, пока кушали, нападение трех бабуинов. Умные животные поняли, что здесь какая-то еда должна быть, раз есть люди. Люди заехали. Класс какой. Наташа, аккуратно. Телефон держи. Не, ну так а что остальное? Рюкзак у тебя за спиной, денег нет. Ну, в рюкзаке, в смысле. Так, у меня кошелек висит прямо. Ух ты какой, он такой тут вредный, смотрите. Вредный. Настойчивый. Кстати, он там, вторая обезьяна обходит маршрутку с другой стороны. Ну идем посмотрим, где там возле нашей мотаты, вон обезьяна. Но эти бабуины здоровые, они реально здоровые, они вредные, наглые просто. Посмотрите. Так, отходим спиной. Ох, что там за звуки, слышите? Где-то они там дерутся уже. Так, вот наша матата стоит. Он уселся, пахан. Пахан уселся. Наташа идет, и сзади этот бабуин. Ну, они, конечно, прелести, но будьте осторожны, когда встречаете их в странах, в природе. Это дикие животные.